Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить Снайпер Элит 4. Ну что ж, на карте я пока ничего не вижу. Но она приличная должна быть. Но зато я вижу впереди какое-то радио или станцию. Включить радио. Рыжий лис вызывает на сетку. Рыжий лис вызывает на сетку. Слышу вас, рыжий лис. Американский самолет-разведчик обнаружил вышку ретрансляции на окраине города. Нейтрализуйте связиста до того, как он вызовет подкрепление. Также ликвидируйте снайпера. Конец связи. Вас понял. Конец связи. Значит, я рыжий лис, который вызывает на сетку. Ну ладно, ребята, надо выдвигаться. И у нас первое задание – убейте снайпера. Да, я думаю, без проблем у нас это все получится. Давайте выдвигаться. Так, кто тут у нас сидит возле лодочки? Какой-то мужик стоит. Ну-ка, давайте-ка побормочем с этими охламонами. Лейтенант Карл Фейерберн. Отличная работа в Санчелине, особенно с учетом обстоятельств. Вместе с Орхидеей погибло много храбрецов. Сделаем все, чтобы их жертва была не напрасной. Нужно найти Кеслера. Да, мне говорили, что ты всегда бьешь в точку. Кстати, я Джек Уивер. УСС осознает, что дело не терпит промедлений, Карл, но надо действовать осторожно. Что ты знаешь о Гейнсе Беме? Палач Болоньи. Да. Бем – кровавое чудовище, при этом скрытное. Мы так и не знаем, как он выглядит. Зато дела его рук видны повсюду. Похоже, он командует Кеслером. Найдем Бема, найдем Кеслера, ясно? Ваши люди считают, что лучше всего обратиться к силам сопротивления. Учитывая наш прошлый опыт с партизанами, мы думаем, что могут быть сложности, но готовы рискнуть еще раз. Мне нужно имя и место. Ими командует некая София Дирокко. Они зовут ее Ангелом. Ты найдешь ее в городе. Хорошо, попытаюсь. Карл, послушай. Нацисты проводят регулярные облавы. Они прочесывают гавань, собирают партизан и... По всей вероятности, уже начались расстрелы. Ты знаешь, где они? Могу только догадываться. У партизан есть штаб. Найдешь его, это поможет делу. Поищу. Карл. Этот город... Пороховая бочка. Нужен только маленький огонек. Ну, во-первых, для тебя я не Карл, а Ванька. Так что впредь меня, чтобы больше так не называл. Так, ну давайте с малым поговорим. Нездоровый кашель. Ты, видимо, лейтенант Фейерберн. Мне сказали отвезти вас к командиру, к Софии. Мы зовем ее Ангел. Я доберусь сам. Фашисты проводят зачистки. Они шерстят город, забирают наших людей. Ангел готовится их спасти. Очевидно, храбрая женщина. Ты слышал про приказ о диверсантах? Пусть фюрер приказывает, что душе угодно. Но ты диверсант. Это значит, тебя не возьмут в плен, а расстреляют на месте. Тебя это не пугает? Такая уж работа. Хорошо, что ты не боишься смерти. Она здесь витает повсюду. Загляни на кладбище. Иной раз мертвые красноречивы живых. Ну, в общем, познавательная была история, ребята. А нам надо отсюда выдвигаться. И, как я понял, мы сейчас отсюда... Уплывем на этой лодочке, и скорее всего так оно и будет. Больше я никаких путей не вижу. Начать задание, естественно. Так, отлично. Высадка. Какая-то опять старая крепость здесь. Непонятно, что опять у нас происходит. Будем разбираться. Ну, с виду пока вроде все нормально. Ага. Прямо передо мной две цели. Так, найдите штаб, убейте снайпера. Ну что ж, давайте потихонечку, ребята, без шума. Так, тут вроде никого нету, да?
Все чистое. Ну что ж, тогда, я думаю, можно продвигаться. Попробую отыскать штаб партизан. Так, штаб партизан, значит, да? О, тихо, тихо, ребята. Блин, если я их убью, наверное, поднимется шумиха. А если мы это сделаем по-тихому? Ну, я вроде больше никого здесь не вижу, ребят. Даже не знаю, как лучше поступить-то, а? Сразу его тут чпокнуть? Или втихаря? Так, они скоро начнут штурм. Подождите, меня кто-то пасет. Спрячемся. Мне хотелось бы знать только одно. Если я подниму шумиху, что здесь будет, а? Никого не убьют, миссия не провалится у меня. Или все-таки туда подойти и по-тихому их всех ликвидировать ножичком. Их там двое, они друг друга по ходу дела просматривают. Че-то он больше здесь не выходит. По всей видимости, мне действительно туда придется ползти. Как ни крути. Да, да, ребята. Просто тишина. Не хотят выходить. Блин, надо было стрелять ему в башню тогда, и все нафиг. Ну, а теперь придется действительно прокрадываться. Потихонечку, не спеша, незаметно. Бесшумно. Так-ка, вот сюда зайду-ка и гляну. Слушайте, ребят, действительно, какая-то старая крепость. Уже полуразрушенная. Так, сохранение. И они ее, я так понял, осадили. Это даже, я бы сказал, форт был. Раз на берегу моря. Когда-то защищал, видимо, от пиратов. Потому что сразу видно форт. Старый. Опа-на, клиент созрел. Так, ну подождите, а здесь где-то справа тоже клиент. Ага. Идет, идет, ребята, сюда. Ну что? Слушайте, а что здесь такое шумит, я не могу понять. Оу, тут еще и... Тут еще, ребята, и катер какой-то, или яхта. И, походу, дело немецкое. Опа-на, ребята, тихонько. Он уже рядом. Оу, пропалит, нет? Будем уничтожать, ребята. Ножом. Хуч, хуч. Вот и другой разговор. И сложился пополам. Так, ну что тут у него? Патроны, бинты. Больше ничего не найти. Так, я вот думаю, стоит это тело вообще отсюда убирать, а? Или так оставить, пускай валяется. Хрен с ним. Давайте его сбросим куда-нибудь. Вот здесь вот, в тенечке пускай полежит. Ну, будет самое то. Ладно, нам не до него. Нам надо ликвидировать второго, который там шоркается. Или же он все-таки просто стоит. Я что-то не могу понять. Сейчас мы это узнаем. Они, по ходу дела, здесь просматривают, как вам сказать, область с выгодных для них позиций. Ну да, в принципе, а что, береговая линия видна полностью. Городишко или что там у нас, деревушка какая-то, тоже просматривается. Ух ты, как, ребята, красиво, а? Какие... планы, а? Слушайте, а где он, я не могу понять. По идее, он должен быть прямо передо мной, но что-то я его не вижу. Ой, елки-палки, пропалил. По-моему, ребята, придется действовать наверняка. Пускай только высунется, я ему сразу харю прострелю.
Куда у меня цель стреляет, а? Твою мать. Слушайте, по-моему, ничего не было, да? Никто не пропалил. Вроде все по-тихому. Ну что же, нам только плюс. А давайте-ка отсюда понаблюдаем, что мы здесь можем увидеть. Так, ну что, я вон там вижу клиентов. Они стоят, они созрели. Так, что у нас тут в домах? Ага, вижу груз, который можно подбить. Так, больше пока ничего. Ну-ка, с этой стороны. Слушайте, ребят, по-моему, все тихо. Да куда в небо-то, ёпта и медь. Ладно, этот трупешник пускай валяется, я не буду его трогать. И побежали с вами дальше. Так, а вот здесь вот вроде я кого-то видел. Ну, сейчас их почему-то нет. Ага, вон они. Черт, и рядом канистра. Может, у нее стрельнуть, а? Так. Наверное, шумиха поднимется, ребят. Причем большая. Так, раз, два. Двое здесь, третий отошел. Может быть, вот этого грохнуть, а, ребят? Так, тут снайпер. Опа-на. Хорошо, я не стрелял. Вот его в первую очередь и надо сносить, ребят. Давайте прям в чайник. Попал, нет? Ну-ка. У-у-у, как великолепно. Готов. По-моему, меня пропалили, да, ребята? Пропалили по полной программе. Ну, раз уж такая пляска, будем сносить всех, кто здесь есть. Че, высунулся, урод? Получил? Так, выстрел в голову. Еще один. Ну-ка, блин. Черт, я думал, его взорвет, ребята. Нифига не получилось. О, ну-ка. Ух ты, шикарно, ребята. Шикарненько вышло. Продолжаем зачистку. Так, укрытие раскрыто. Ну и фиг с ним. Этого я все равно грохну. Ну, вот так. Отлично. Лучшего и пожелать нельзя. Ну что? Так, суета началась, ребят. Смотрите, там... Бегут, 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 по ходу дела, сюда. Точно. Ну что ж, родной. Извини меня. Придется ликвидировать. Тем более, какой-то... Летеха. Или даже офицер. Так, выстрел в легкое было произведено. И все, вроде бы, да, тишина. Никто больше не бежит. Не хочет, как говорится, расставаться со своей жизнью. Ну, а мы с вами здесь понаблюдаем, наверное, еще маленько. Проконтролируем, так сказать, ситуацию. Так, вроде чисто, ребят. Давайте тогда, наверное, будем выбегать. Хотя у меня... Тихо. Ага, вижу, 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 где-то бежит. О, да он и не один здесь. Да просто фортуна мне улыбается сегодня. Блин. Одного хотя бы грохнул. Отлично. Так, ну этот далеко не убежит. Сейчас рано или поздно выбежит, должен ко мне. Так, а впереди у меня две цели. Ну, о, ты куда потащил ты его, родной? Фак, а? Еще перезарядка. Так, давайте-ка его... Где он? Блин, не могу... А, вон он. Реанимацию делает. Хрен тебе. Ну, готов, да? Ух ты, блин, прям в гранату попал, ребят. Отлично. Метание гранаты. Да его просто разорвало к чертям собачьим. Так, ну что, вроде бы все, тишина. Никого не видно, ничего не слышно. А у нас с вами найти штаб и убить снайпера. Найти штаб партизан, это наша основная задача. Тихо, тихо. Кто-то палит, да? Не всех, видимо, я тут зачистил.
Ну, стрельбы, по крайней мере, нету. Красных точек по карте тоже не замечено. Настороженный. Настороженный я, что ли? Так, а если я вот сюда выбегу, то куда меня приведет? На берег? Да, ребята, на берег. То есть толку никакого нету. Ладно, давайте обратно пойдем. Так, ну-ка дай-ка пошмонаем тебя, братуха. Что там у тебя есть? Так, патроны к винтовке. Кажется, собрал тут все полезное. Отлично. Ладно, Ваня, некогда нам с тобой тут рассусоливать. Нам надо действовать и делать дела как можно скорее. Блин, менять не менять, а? Давайте так попробуем. Я просто беру винтовки, у которых более-менее показатели наилучшие. Тихо, погодите-ка. Опять где-то катер. Но здесь его не должно быть. Здесь как бы бухта получается. Так, а если я подымусь, может быть, он где-то здесь будет проплывать? Вообще интересно, его можно будет уничтожить или нет? А то, на самом деле, он мне просто нервирует, если честно. Так, а тут у нас что такое? Смотрите-ка, ребят. Какой-то генератор стоит, что ли? Ну-ка, ся. Можно нажать даже на него. А, это минировать. Ну, давайте сделаем мину. Вот так вот. Если кто будет поднимать тревогу, я ему не позавидую. Так, рынок какой-то у нас здесь пустой, причем никого нету, опять же. О, вот он, вот он, вот он, ребята. Из-за чертовой посудины будет трудно подойти через пляж. Слушай, Вань, ты главное не расстраивайся. Нам надо снести. Вот так вот, сейчас мы этого наводчика. Отлично. Так, а теперь осталось... Кто за штурвалом там у нас? Черт. Неужели из поля зрения уйдет? Нет, не должен. Так, ребята, сконцентрировались. Пригнулся он там, а? Слушайте, я думаю, ему крышка. Ёпарасоте. Замечательно, просто красота. Стрельба навскидку. Опыт 240. Ну что, все там? Да, ребята. Яхта, катерок точнее, просто так стоит. Так, давайте дальше тогда наблюдать. Опа-на, смотрите-ка, что. Там где-то снайпер у нас. Ну, извини, братух. Пока. Черт, подери, смотри-ка. Оу, попал. Ранг С. Дальний выстрел, даже неплохо сделано. Найдите отчет снайпера. Слушайте, ребят, это был снайпер по заданию, оказывается. Ладно, это мы сделаем чуточку попозже. Сейчас надо здесь проверить все. Для начала, да, ребят? Ну хорошо, давайте тогда выдвигаться отсюда. Чем мы здесь засели? Тем более здесь тишина, вижу впереди грузовик. И две цели у нас. А мы с вами подходим... основному заданию. Слушайте, а где-то они щебечут, немцы-то. Слышу я их, но не вижу почему-то. Так, давайте, наверное, с вами поднимемся наверх. Слушайте, смотрите, он прямо передо мной, но я его не вижу. Где этот немец? Черт, побежал куда-то. Он куд... Чё? Чё там орёт? Иди сюда, урод. Сейчас тебе... Вон он. Вижу, вижу, ребята. А, это грузовик, ёпарасоте. Чёрт, я подумал, что это фриц идет. Ну, нет, только этого мне не хватало. Так, давайте взрывать тогда, наверное, эту тачку. Них... Так, подождите, кто-то меня пропаливает. Получи, гнида.
Так, минус один. Легкое пробил. Сколько там еще их? Раз, два. Двое. Приступаем. Так, взорвем машину для начала. Ну, че она не взрывается? Горит, блин. Давай, давай, бумкни. Вот и другой разговор. Так, ну что же, осталось у нас... Да до хера их тут осталось, если честно. Тем более тут бегут свежие. Давайте высматривать. О, опять офицерчик. Пока, братан. Ух ты. Просто печень не разорвала. Наверное, жуткая смерть. Так, ладно, ребята. Ёлки-палки, меня вроде как окружает, или мне кажется. Так, сюда я зайти не могу. Жаль. Да кто палит, не могу понять. А смотрите, ребята. Кон... собака. Так, где? Черт подери, хреново зажали меня. Так, давайте возьмем автоматик. ППШ или что это у нас за автомат, я даже не знаю. Черт подери, психи, а. Ну вам кранты, псины. На. Какого хера один раз выстрел и перезарядка. Молодцы, здорово придумали. Так, давайте так сделаем. Так будет несподручно. Готов один. Но там еще второй где-то тусуется. Пока не вижу, ребята, не вижу я его. Черт. Щекотливая довольно ситуация такая. С одной стороны меня напрягает. Ага, вот он. Все, псина догулялась. Так, ну теперь давайте этого ликвидировать, который здесь тусуется у нас. Где он там бегает-то? Где-то возле лесенки, но я его не вижу почему-то. Так, вообще куда-то побежал. Ну, машины здесь не должно быть, поэтому уничтожаем ее. Так, а здесь у нас куча трупов. Надо обшмонать. Так, патроны к винтовке, это хорошо. Вот и все. Так, давайте следующего. Так, два патрона всего к винтовке. Что так скудненько? Так, еще один валяется. Ну ты-то что-нибудь дашь хорошего? Так, четыре патрона к пистолету и еще к пистолету. Только лишь патроны к пистолету. Давайте заберем люгер. Полуавтоматическое. Отлично. И 8 патронов к нему. Так, ну что, смотрите, ребята, вдалеке у нас очень много целей. Так, а здесь у нас найти штаб. Это именно здесь, в этом... Хотел сказать, городишке. Именно штаб в этом кусочке. Да-да-да, Вань, я вот об этом и хотел сказать, что штаб должен быть где-то здесь, и нам нужно его найти, чтобы выполнить... Что там за тревога? Чтобы выполнить определенную часть заданий. Но я так понял, что найти мы его должны сами. Оно никак не указано. Черт подери, где эти цели, а? Так, вижу. Ну, это далеко. Хотя нет, вот этот вот. Да ё-мо, что мешает-то? Этого вполне можно сейчас уничтожить. Что мы, в принципе, с вами и сделаем. Пока. Стрельба навскидку. Черт подери, по ходу дела услышали. Да-да-да, ребят, услышали выстрелы и началась суета. Ладно, будем поджидать, когда они сами ко мне прибегут. А они стопудово ко мне прибегут. Так. Площадь, да, какая-то? Сюда, сюда не зайти. Черт подери, где штаб-то, а? Идет поиск врага. Да мне, в принципе-то, плевать. Опа! Чувак! Тихо, блин! Чувак обосрался не меньше моего. Ай, куда? Куда собрался, а, родной? И сюда. Вот так вот, прости.
ты оказался не в нужное место, в ненужное время. Так, смотрите, ребят, винтовка лежит, ничего себе урончик у нее. Окопное ружье. Так, погодите, где-то тут... Ага, вижу, вижу сыча. Фак. Ребят, у меня очень мало жизней. Надо будет подлечиться. Выстрел в голову. Я капралом стал 4-го ранга. Да, довольно быстро я поднимаю себе звание. Так, ну что здесь-то? Здесь пока тишина. Никого не вижу. Черт подери, я не могу понять. Я уже вроде бы здесь все бегал, но я не вижу никакого входа ни в какой штаб. Может быть, это где-то наверху там, на втором этаже. Так, отсюда я начал, да? Да, ребят. Так, 9 патронов к винтовке. Больше ничего. Больше ничего. Ладно, Ванек, давай тогда сделаем так. Здесь мы вроде бы с тобой... Да, здесь мы были. Начнем, как говорится, вот с этого порта все смотреть. Так, здесь ворота закрыты. А здесь у нас что? Тоже все заперто. Тоже закрыто. Так, давайте-ка поднимемся наверх. Что мне это дает? Так, ну если только перепрыгнуть на ту крышу. Давайте попробуем. Опа. Отлично. Ну и... Может в окошко, блин. Черт, я уже не знаю. Ой, нет, тут походу дела нифига нет. Подождите-ка. А это-то что у нас такое? Неужели штаб? Не может быть. Черт подери, что-то я запутался. Куда тут надо идти? Ага, вышли сзади дома. Но зато я точно уверен, что это не штаб. А вот у нас и красавчик ходит. Давайте-ка его со снайперки. Досмотрелся. Оу. Куда это я ему так попал? Выстрел в почку? Мне почему-то показалось, что как в желудок. Ну, им виднее. Так, что тут у нас? Свистульки начались. То бишь поднимается тревога. Меня кто-то палит, ребята. А где? Где этот сыч? Я его почему-то не вижу. Так, слушайте, ну по карте у нас 4 цели. Так. Одна где-то рядом со мной, но почему-то опять же я ее не вижу. Что за фигня? Ладно, мы отвлеклись немножко от темы. У нас с вами сейчас задание найти штаб. Я тут задолбался уже бегать. Опа, документы. Вот тяна. Что вот тяна? Что ты там нашел? Я что-то ничего не увидел. Так, а здесь тоже тишина, ребят. Ничего нету абсолютно, блин. Хотя вот тут у нас звездочка какая-то появилась. Ага, вот он, ребята, штаб-то оказывается. Ну что ж, пошли. Это точно штаб. Но где же София? Окопное ружье я не собираюсь брать, у него урон максимальный, а остальные параметры слабенькие. Так, что тут у нас? Взрыв пакеты. Думаю, мне они понадобятся. Вот терраса, для чего тебе, Ванька, взрыв пакеты-то нужны, а? В записке Софии говорится, что она отправилась в замок. Замок. Началось, короче. Ну что, выходим отсюда тогда, получается?
Все, первое задание у нас сделано. Теперь осталось что-то там со снайпером вроде бы. Ёлки-палки, вы посмотрите, сколько тут целей. Совсем хреново, если честно. Так, вот у нас задание — найти отчет снайпера. Давайте тогда, наверное, туда и пойдем. Сволочь, он меня слышит, но где он сам находится, не пойму. Как мне туда покороче-то выйти? Мне надо, я так понимаю, выйти на берег. И уже с берега, да-да-да, ребят, именно вот так вот мы и побежим. Я думаю, что как раз и выбегу. Сколько там показывают расстояние? 100 метров, ну вот, как раз оно и есть. Так, здесь тоже, наверное, заминируем с вами на всякий случай. Ага, два клиента ходят. Так, а там у нас, я так понимаю, все чисто. Ну, вроде больше никого не вижу. Блин, высоковато. Упаду, разобьюсь. Так, давайте бегать тогда. Тихо, 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 Ваня, не газуй. Давай вот этих вот завалим. А потом продолжим. Что ты там высматриваешь, сыч? Как я тебя ненавижу, а? Всю жизнь людям испортили. На, бля. Кишечник разнесло к ядрене фени. Зря, зря ты бегаешь. Тебе это не спасет. Шикарно. Маркировщик трупов. Я получил титул. Или анчивка. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, в принципе, для меня это не актуально. Давайте дальше зачищать. Слушайте, они где-то... По ходу дела за горой за это находится. И мне их тут не пропалить. Да, это бесполезно. Ну что же, если не вижу я их, значит они меня тоже не видят. И мы можем в принципе спокойно с вами выдвигаться. Так, вот единственное, что вот этот вот мост. Да, это единственное, по-моему, связующее между моей стороной и той стороной. Хотя тут вроде бы как мелководье. Давайте проверим это дело. Получится у меня, нет? А хрен тут получится. Нет, в принципе, может. Так, что там орешь-то, Свинтус? Где? Покажись. Сразу пулю в лоб получишь. Не, ребят, должен пройти здесь мелководье. Так что как раз для меня все здесь сделано. Отлично. Просто-напросто оббежим это все. И не будем ввязываться в драку. Что там чайки зачирикали? Только вас и не хватало мне. Здесь у меня, надеюсь, получится все. Так, цепь. Наверное, можно по ней ползти. Да, все верно. Так, отлично. Все чисто. Все, ребят, с меня спали все подозрения. Все потеряли след, от меня отстали. Оу! Черт подери. И че? И че мне прикажете делать здесь? А? Из винтовки я не успею шмальнуть. Нет, успеть-то я успею, но я боюсь, они меня положат. Давайте. Вот так вот. Нет. Да, с автоматом поползем. Как говорится, только вылезем и сразу начнем огонь. Это надо все делать очень быстро. Смотрите, даже не реагирует. Ну, обернись. Что, что, что? Блин. Я тебе сейчас дару. Вот так вот. Ну, а я считаю, что все прошло хорошо. Даже лучше, чем хорошо. Все сработано было чисто. Шума нету. Так, давайте-ка, ребят, наверное, вот эту вот заминируем фигню. И здесь где-то мне нужно найти отчет снайпера. Так, лестница. Давайте поднимемся. Наверное, где-то здесь. Ха, странно. Чё-то я не понял юмора.
Так, подлечимся. Неплохо, неплохо. А где отчет-то? Так, давайте-ка слезем. Да спрыгивай ты уже, ё-моё. Завис. Так, ну вот первый этаж, там второй этаж. Здесь ничего нету. Ничего не активируется. У этих ребят, по-моему, тоже нифига нету. Ох, какой автоматик шикарный мы взяли. Это мне очень пригодится. Так, ну тебе-то это может быть... Нет, мой, по-моему, лучше, да? Вот это вот. Хотя ОВП полностью автоматическое. Да, возьмем. Так, ну что? Раз, два... Ага, ребята, вон там, смотрите, третий этаж. А как на него попасть? Он, по идее, был на крыше. Всяко не отсюда же он стрелял. Но мне нужно попасть выше. Да, как раз, смотрите, там кровище. Вот там-то он и валяется, по идее. Ну, я не вижу никакой лестницы. Черт подери. Что же будем делать тогда? Ну-ка, может быть, в окно надо сигануть, а? Давайте глянем. Слушайте, да, но... До цепи до этой допрыгну я. А, вот, даже не надо прыгать, ребят. Смотрите, все шикарно. Еще надо было додуматься до этого. Куда ты пополз, Ванек? Не видишь, что ли? Внизу жердочка. Давай, спускайся маленько. Обследуйте мавзолей. Сейчас мы все здесь... Оу, ну это перебор, ёпрасоте. Давай, вот так вот. Аккуратнее, аккуратнее. Не бзди, родной. Все нормально. Так, все, залази. Залази, Ваня. Ну не дуркуй ты, ну... Так, отлично. А вот у нас и труп снайпера. А это, по ходу дела, документы. Похоже, наш друг ведет дневник. Наверняка полезное чтиво. Здесь больше нечего искать. Ну что же, ребятушки, вот мы и сделали еще одно задание. Эх, ща бы в море прыгнуть, да? Но высоковато нафиг. Слушайте, я не разобьюсь тут? Да нет, тут все нормально у нас. Сейчас потихоньку слезем. Здесь переползем, запрыгнем в окошечко, спустимся по лесенке. В общем, все как полагается. И надо нам, ребята, определяться с вами с очередной целью, скажем так. И это будет у нас... Слушайте, здесь найти Софию. Ага. Ну что же, и... Обыщите кладбище. А кладбище-то нам зачем? Ха-ха. Непонятно. В общем, три задания у нас. Одно второстепенное. Так, погоди-ка. Дайте-ка я... Слушайте, он стоит. Где? Черт, не видно. Ладно, мы это можем узнать, если подойдем с легонцушечки поближе. Мне просто кажется, что он за этой... За камнями. Да-да-да, вон его на черепушка уже виднеется. Так, давайте тогда, наверное, сделаем там небольшую дырочку. Блин, да какого лешего, а? Во, вот так вот. Что ты, толстый? Эй, толстый! Ту-ду-дун. Бабах! Упал так козырно. Погоди, погоди, кто там меня пропалил, а? Все-таки все, был замечен. Ну, я-то тоже их вижу. Как говорится, понеслась душа в рай. Вот он, первый кандидат. Черт, кто-то сбоку палит. Эй, пока, браток. Уху. Так-с, продолжаем зачистку. А кто здесь-то, не могу понять. Что ты там орешь, Свинтус? Неужели ты не знаешь, что ты потенциальный трупак, а? Бежит, бежит, бежит ко мне. Давайте-ка. С магнума. С моего.
С доисторического магнума положил я фрица. Погоди-ка, кто-то еще где-то есть, а? Ага, был замечен. Ё-моё, он там не один, ребят. Вот этот-то сыч куда пополз? Надо валить его, ребята. Черт, неужели мимо, а? Точнее, его задел. Но он выжил, но этому точно кранты. Че, не понял? Вот это другой разговор. Так, ну суета началась. Мне это, конечно, не очень нравится. Далеко ли собрался парнишка? Эх ты! Ну, че, их тут целая бригада, что ли? Блин, добиваем, ребята, добиваем. Вот, ух ты, это был офицер. Хороший куш. До кладбища мне 300 метров. Слишком далеко. Наверное, мне будет проще найти Софию. Ну что ты там, голубчик, прячешься? Давай-ка вылази. Хватит испытывать меня уже здесь. Так, этот валяется, тот валяется. Этот где-то, видимо, там в кустах зашкерился, а? Причем их там двое уже. Ага, вижу, бежит. Это что там? Там трупец. Я ведь знаю, что он где-то там спрятался, а? Гад, не вылазит. Вон бегает. Так и будут туда-сюда, что ли, бегать, а? Без остановки. Вот он высунулся. Высунулся рыло. Пока. Черт, по-моему, он успел пригнуться, да? Ёпарасете. Отличный был выстрел. Грубо говоря, ему просто, знаете, это, макушку стесал, чтобы каска в следующий раз ложилась более плотно. Слушайте, вот этих гадов мне нисколько не жалко, именно вот фрицев, этих нацистов. Потому что они в свое время очень и очень много сделали зла людям, да и вообще всему миру, скажем так. И не дай бог, чтобы это еще когда-нибудь повторилось. Что ты там стоишь, сыч? Опять то же самое толстое рыло. Так, ну что там, прибежит? Нет, наоборот, убегает почему-то. Я думал, хотя он, наверное, бегает. Смотрите. Я просто наблюдаю немножко за целью. А вот эту тачку мы сейчас, наверное, с вами взорвем. Отвлекают, а, гаденыши. Хотел машину взорвать, думал, чтобы, ну, мало ли там, чувачки, опыт получить маленько. Так, а тут у нас какая-то постройка недоделанная, да? Или разрушенные дома. Ну, что ты там? Давайте машину взорвем все-таки. Черта с два. Как можно промазать с такого расстояния, а? Где этот сыч? Ага, вот он, ё-моё. Пока. Тихо. Не понял я. Ух ты. Блин, какая раритетная тачка стояла. В таких в свое время как раз немецкие офицеры разъезжали. Давайте, наверное, поднимемся. Оу, вы посмотрите на карту. Ёлки-палки, одна краснота и вся сюда прет, по ходу дела. А я в каком-то курятнике сижу, блин. Так, ну что тут? Цепь. Черт, где-то здесь же. И не вид... Ага. Вон он. Мою цель ищет. Точнее, меня ищет он. Готов.
Так, укрытие раскрыто. Слушайте, смотрите, да, на деревьях яблочки растут или апельсины. Я так и не понял, но что-то ярко-желтое. Воу-воу-воу-воу. Так, прибывает подкрепление. У меня закончились патроны. Какого лешего? Немцы высылают подкрепление. А вот это уже хреново, Ваня. Это уже очень плохо. Где этот гад? Вот он. Он ныкается. Все, готов. Еще один бежит. Что ты там спрятался, урод? Вот так вот. Да ну нафиг, какая перезарядка, да? Успели все-таки его добить. Так, а там что еще, грузовик едет какой-то? Смотрите, ребят. Ёкалымэне. Сколько? Еще пятерых он высадил. Ты. Это хреново, ребят. Сейчас будет, по-моему, на меня тут облава капитальная. Нафиг надо, может быть, отсюда спрыгнуть для... О-о-о-о-о, подожди, подожди. Ванек, 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 не шути. Давай нафиг обратно. А где? Я не пойму. Я никого не вижу нафиг. Черт, сейчас, по-моему, здесь меня и положат, блин. Так, вон они. Я их вижу, но... Перебинтуемся нафиг. Пока есть возможность. А теперь начинаем. Вот это... Давай, давай, давай. Беги, беги, беги. Убегай сюда, гад. Так, еще не добил. А вот теперь готов. Он ушел, черт возьми. Да-да-да, я ушел. Жалко, у меня нет гранаты. Я бы сейчас туда гранату бросил бы. И все. И Дюров. Кто там стреляет? Я уже даже не знаю, блин, может спрыгнуть. Оу, ничего себе их там. Засели, уроды. Слушайте, ребят, голимая ловушка. Не знаю, что теперь делать. Вниз мне не спрыгнуть. Давайте, может быть, так попробуем. Потихонечку как-нибудь. Ага, вижу голову. Пока. Где еще? Еще там их... Там их дохера, если честно. Псих, а? Блин, эта тряпка висит, она нервирует меня, блин. Ух! Была бы не была, ребята. Нафиг, надо отсюда сматываться. Куда-то подальше. Где потише. Побежали в город. Ага, побежали в город, ребята. В городе-то, смотрите. Еще не легче. Возможно, я сумею им помочь. Ой, Ваня, не знаю, сможем ли мы им помочь. Ты посмотри, что тут творится на карте. Просто краснота сплошная. И при всем при этом я не вижу ни одной... А, нет, вижу, вижу, ребята, вон бегает. Ну и все, что ли, на этом? Только одного врага показали мне. Он туда-сюда начинает опять бегать. Ну высунься нафиг, а. Не хочет. Слушай, я не могу понять, тут кто у нас? Партизаны, что ли, стреляют по нацистам? Типа у них тут взбучка. Тогда давайте поможем нашим. Пока, офицер. Не будет тебя не хватать. О-о-о-о. Просто шею в хлам. Так, они меня пропалили. Черт, переключились теперь на меня, а? Черт, у меня мало жизни, ребята. И аптечек нету, по ходу дела. Надо сматываться. Вообще надо сюда выбегать. Оу, 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 тихо. Да, это было самое глупое, что я мог сделать.
Ладно, ребята, наверное, я тогда буду завершать на этом свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. А на этом все, всем пока и до скорых встреч!